На работу на речном трамвае. Возможно, скоро это станет для химчан реальностью. Совещание по проекту создания речного транспорта в Химках провел заместитель руководителя администрации округа Владимир Маркин. Автор проекта, депутат Мособлдумы Андрей Косыгин, отметил, назрела необходимость обсудить конкретные детали проекта, чтобы как можно скорее приступить к его реализации. Вопросы движения. Где можно остановить теплоходы, где посадка, где высадка, с какой скоростью будем ходить, на каких теплоходов, какой мощностью теплоходы, вот, какой объем людей нужно будет перевозить, всю экономику. Вот, мы сейчас детально все это начнем работать. Проект заинтересовал представителей столичной судоходной компании. Со своей стороны они могут предоставить водный транспорт. Столичная судоходная компания имеет около 40 единиц флота в настоящий момент. Это крупнейшая компания в Москве, которая обладает собственной материально-технической базой. Ежегодно мы очень тщательно обследуем суда и гарантируем транспортную безопасность, наверное, как никакая другая компания в городе Москве. Администрация округа также заинтересована в реализации проекта. Водный транспорт – альтернатива наземному. Таким образом, можно будет разгрузить дороги. Мы проведем опрос общественного мнения. Ждут ли жители водный транспорт? Если ждут, то в какую сторону? В какой структуре складывается спрос, какие предпочтения, определим технические точки посадки, высадки, где это может быть возможно. Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители отдела транспорта и связи Химок и столичной судоходной компании. Планируется запустить пилотный проект уже в этом сезоне.